В Могилеве найдено 37 месцев, где растения беспечные пустозелья – баршевник Сосновского. Зараз его агульная площадь складает 28 гектаров. С баршевником змагаются не только специальные бригады. Супрацовники Минского ботанического сада разом с предприятием «Могилев-Зеленбуд» проводят науковый эксперимент, который повинен повысить эффективность борьбы с баршевником Сосновского. Работа с баршевником небеспечна и потребует особливой подрыхтовки. Специальный костюм, защитная маска, рукавицы и сапоги. Сок баршевника поравновывают с кислотой. Причем он не смывается со скуры несколько дён. Очень опасные ядовитые соки. Главное, на солнце не подать, если где-то что-то на кожу упадет. Обычные жители не в состоянии справиться с борщевиком Сосновского, так как для этого надо определенное оборудование и навыки. Баршевник спочатку выкошивают, а потом территорию опрацовывают с химикатами. Летость такая методика дала неплохие выники. С прошлого года где-то гектар, по-моему, на 10 он уменьшился площадь у нас. А в этом году погода? В этом году для него погода благоприятствует, и он по новой растет. Зараз у Могилеве проводится науковый эксперимент с баршевником Сосновского. В этом году также мы заключили вместе с ботаническим садом договор о сотрудничестве, о эффективной работе по борьбе с борщевиком. Мы им выделили небольшую делянку, где они заложили опыт. Вместе препарат новый «Магнум», вместе с «Торнадо». И мы будем наблюдать, как происходит гибель борщевика. Специалисты сподяются, что выники этого эксперимента допомогут перемогши небеспечное пустозелье по всей Беларуси. Ганна Лапо, Александр Тарасов, «Новини регион».